Студию можно его найти в других коллекциях, как Геннадос. Здесь тоже полиамида, поэтому есть какой-то блеск. Это не буфра, это не каламбраж. И да, здесь интересно, похоже на эти камеры, да, эти видеокамеры, можно узнать, да, можно узнать фокус. И даже эта фотография, красиво, да, как фокус режиссера. И тоже интересный сет, который появился в этом году. Это группа «Коран». Коранский цвет. Пожалуйста. У нас потом «Туинсет». Основа – это шерсть. Это, кстати, потому что уже зимой, уже скоро, да? Здесь Москва уже начинается. И есть один компаньон, который называется Эдинбург. И это тоже повтор, потому что это тоже один из бестселлеров. Мы добавили новые цвета. Палитра гамма очень широкая. И это не 100% шерсть, это микс между шерстом, полиамидом, герпрочности и другие. И другие 2%, потому что это обивочная ткань. Но тоже вы видите, что это он достаточно легкий, и можно его использовать для что. И у нас говорят, что это эффект, какой-то эффект шины, как будто взяли разные цвета нитки и создали плетение. Но это просто эффект. Да. И этот каталог идет к этому каталогу, как основа, с квадратами, по-русски, очень важный по-русски, очень модный по-русски на Франции. Но даже можно детский, кстати, помнить. Да, детский, да, это тоже возможно. И тут у нас говорят миллионы, тысячи полюсов называется. Это принт. То есть это нитки разных цветов. Это не жаккард. Не жаккард. И это вот, да, пульт. Но на самом деле это, потому что пуля это птица. Да, а когда это большая, у нас говорят петуха. Это нога петухи. На самом деле. Он, наверное, нога петухи. Большие, да? Да. Да? Крупная гусиная лапка – это петух. Да. Маленькая – это получается курочка, да? У нас есть разница. Что... Это просто вопрос размера. Вот. И большая курка, и маленький петух. Подросток. Да, можете посмотреть. Почему у нас такие? Вообще вопрос. Нет, потому что идет вместе с ними. А, это не только дополнение. Они как твин, это... Пара? Не-не-не, это... Когда брат и сестра, они... Близнецы? Да. То есть это семь близнец. С кем? Да, сейчас пойдем. Да. И сейчас начинаем с обоями. У нас есть два каталога. Это три каталога. Да. Ну, два тематики. Это Донди, это флиз 53 сантиметра. И другая коллекция, это Астон, это Вини, 70 сантиметров. Как вы видите, Донди можно... Да, вот так.
Есть такой бархатный эффект на ладони. И можно очень спокойно включить несколько дизайнов, как вот этот, вместе с сканерами, как студио или пенально, и тот для обивки, это ткань для обивки. Есть какая-то структура. Это у нас флизелин, да? Это флизелин, 50. Это флизелин, да, 53 сантиметра шириной и 10,05 длина, да. Это стандарт для перформанса. Да. Флизелин, он всегда дешевле, чем винил, да, если понимать цену, да, это где-то 75-90 евро за метр, за рулон. Да. А здесь это хотели делать имитацию галстука. Этот, то, что здесь есть. Как это узел. Имитация узла галстука. Я не знаю, вы не все узнали сразу. Догадались? Догадались. Но это, кстати, белый цвет. Да, это белый цвет. Да, это не бумага. Кстати, даже близко фактура видна. Я не знаю, вам фактура видна? Идет как маленькие ванна, горизонтальные ванна. Чуть-чуть есть. Если это на белую стену, если на черную, то здесь тоже. То есть дандизм — это такой стиль, который пришел из Англии. Это мужчины одевались очень, они были очень аккуратные, очень стильные, и их назывались дандизм. Да, поэтому мужская коллекция. Для кабинета, для... Можешь просто увидеть это? И здесь получается, если наносить обои стики на оп и инверт. Когда делаете поклейку обои, да. Обязательно отрезается, да, клеится, выклеивается, остальное переворачивается, да, и для того, чтобы не были видны стыки. И будет широкая полоска. Да. Да, метр, метр десять. В инструкции это, как правило, указано. Да. Да, какие бы цвета, можно сказать. Да, сочетание. Да, в конце каталога очень легко найти свой цвет. Хорошо. И здесь, да. В конце каждого каталога всегда есть инструкция, каким образом мы сделать поклейку, да, рапорты, то есть какие-то пропитки, если они есть. Снимается. Длина, ширина, как снимается, да, стандарт. Полностью со стены, где наносится на стену, и цветоустойчивость. В конце тоже каталога всегда основные работы будут указаны таким вот образом. Хорошо. Продолжаем с коллекцией «Астон». Да, слишком тяжелый, это тяжелый. Астон. Мгновение. Хорошо. Коллекция отражает мгновение эмоций, как будто дневной свет отражает отражение в воде. Потом понимаете, почему. Да. На самом деле, да, мы взяли отпечатку на. С этой отпечатку делали цилиндр, и из цилиндра вышла коллекция. Поэтому можно сочетать этот каталог вместе с иллюзией, которая здесь есть. Сто процентов на.
Но это несколько раз. Это верно на 100%. И этот уже двойной ошибок. Еще мы поедем 20%. Не боятся. Это уже коллекция винил. То есть здесь ширина обоих у нас 70 сантиметров, длина рулона 10.5. Да. Может, подороже, они потяжелее. А и тот дизайн, хочу бы его показать большой. Это потом мы покажем. Вот этот здесь цель, это напоминает витражи. Да? Это диджипринт, и поэтому это возможно найти столько разных цветов и предложить этот панно. Это два рулона, 3 метра на и 68 сантиметров, 140 сантиметров. Диджипринт, и можно выбирать уже, можно поменять направление роля, чтобы играть с эффектами. И он идет... Это при поклейке, да? Да. Потому что получаете один комплект из двух рулона, а потом вы его наносите как хотите. То есть здесь вот показано, как раз? Да. То есть просто переворачиваете? Да, просто переворачиваете. Понятно, да? Оба переворачиваете. Сначала выклеивается два рулона, да? И потом... Да. То есть можно и два, и четыре, и шесть. Но чтобы так, получить... А само панно из двух рулонов? Это два рулона. Это первый день, это для три, а здесь тут два. То есть получается первые две полоски заклеивали так? Первые вот так, а потом... И следующие две полоски вот так, наоборот, вот да? Так. То есть мы их можем, в принципе, крутить, а стыки... Это винили... А здесь интересно, потому что это русская, но здесь тоже можно получить одну полоску из 1,40 м, 140 сантиметров. Тоже надо нанести обои, надо поворачивать. Как знать? Да, да. То есть, да, цвета. Ты можешь выбирать, в принципе, любое направление. На фотографии видно. Да. Теплый оттенок. Он напоминает эти, я не знаю, украшения, да? Эти украшения, старые украшения. Орнаменты. Да? Все старые, да? Да. Весь этот гуд, изумруд вместе с стопазом и уже то, что я сказал, отвар, то есть одно. Вот и цветовая гамма. Да. И пока говорили о льне, я хочу уже напоминать этот каталог, параллель, не знаю, вы знаете ли вы уже эту коллекцию. Это тоже 100% льна из экран коллекции Иллюзион. То есть мы взяли ткани Иллюзион и мы наносили ткань прямо на флиз. И получается это текстильные обои. Продаются метражами. Рулон 50 метров, ширина 1,10 м, 20 и 40. Уже есть ткань уже не горючая. Эффект льняной ткани на зеркале. На зеркале? Да. То есть как будто отражается? Ну, на зеркало как будто льняное ткань.
вертикальные кинули, и вот такой эффект создаёт. Да. То есть, да, блестящая поверхность. Да, потому что есть поверхность, металлическая поверхность, которая дает этот эффект. То есть здесь мятия, сжатые, да? Однотонные. И вышивка. И надо знать, что при любом заказу от 300 метров это возможно выбирать другой цвет с этого каталога. Ну да, то есть выбирается цвет, да, основной, потому что панели цветовая гамма. То есть мы уже начинали работать с несколькими гостиницами, вот Алексей Казино тоже был. И тоже преимущество в том, что ткань уже не завершается. Готово. Хорошо. Селект. Да. А можно спросить, как вот за этими обоями ухаживают вообще? Уходом? Да. Спонжевель, то есть нужна губкой, очень, потому что это ткань 100%, да, поэтому нельзя взять щетку и... Тереть. Да. То есть можно как-то, да, какие-то пятки? Да, губкой. Но химчистка или губка? Но химчистка наносит, да. Которая выездная химчистка. Да. Потом у нас есть каталог Select. Это тоже третий выпуск, потому что книга собирает все однотонные текстуры. То есть мы начинаем с натуральными цветами. Коричневые, белые, бежевые. Вот такой здесь есть аккорд, сиан, макаса. Для тех, кто не знает, да, вот мы смотрели сейчас в конце буки, да, до этого огня, это просто такой тематический каталог, у которых есть текстура однотонная, есть дизайн. А Select, он собирает только однотонные текстуры в одном каталоге со всех альбомов, которые выходили там за 1-2 года. То есть это вот именно для дизайнера, для архитектора, даже лучше, даже за несколько лет собираются эти текстуры. Именно эта возможность, да, собраны все текстуры по цвету, и вот я знаю, что архитектор очень любит эту каталоговую работу. Очень полезно. Это хорошая находка. Да. Вот если один клиент хочет розовый цвет, пожалуйста, можно найти. Здесь фиолетовый. Здесь уже и флизелин, и бумага, и винил, да. Все, что еще есть у нас на складе. Все, что еще нет, есть снято с производства. Ну, имеется на складе поставщика во Франции, да. Заказная продукция полностью, 3-4 недели доставки по Москве. Также существует пересылка. Ничего не забыли? Все прилично. У вас есть какие-то вопросы? Или... Есть. А какая сторона лучше всех подает продукты? Смотри, какую, да? Слушай, вопрос. Франция наш первый город, конечно, потому что мы не оттуда, поэтому мы там делаем дистрибуцию. То есть мы сами делаем дистрибуцию во Франции, в Испании, в Германии, в Италии, то есть западной Европе. А потом мы продаем около 100-105 стран. Почти везде. Я сейчас на 100% не скажу, какая цена, ты лишь коллекция коммунишка, но в принципе в целом средняя цена вот такие ткани идет от 140 до 170 евро. Это розничная цена для клиента. У нас работает только розница. 140-170 евро это средняя цена. Какие-то ткани могут больше 200 евро. Если сложно, не знаю. Может быть, еще у кого-то какие-то вопросы есть? Стесняйтесь. Понравилась презентация? Что-то для себя новое почерпали? Цветовая гамма замечательная. Всегда очень стильная, очень интеллигентная цветовая гамма. Спасибо. Да. И ничего лишнего, но вот прям вот все очень. Да, это уже что-то новое, очень элегантно. Но цвета вот все равно стоит, вижу. Да, это за вас.